очень его люблю. И вот отношение компании лично ко мне ценно, когда каждый месяц я вижу, помимо того, что компания дарит нам акции, промоушены, она нам дарит вот такие подарки. Наши любимые продукты, новые продукты, чтобы мы могли с вами приобрести еще больше для себя выгоды и пользы для здоровья. И вот сегодня мы с вами расскажем о тех подарках, которые дарит нам компания в этом месяце. Начнем нашу встречу, как всегда, с концепции здоровья. Что такое концепция здоровья? Компания единственная, Коралловый клуб, занимается на рынке системой восстановления здоровья. Что это такое? Компания предлагает путь, благодаря которому мы можем с вами вернуть здоровье или его сохранить, да, если оно еще у нас есть. Так вот, этот путь, он состоит всего из нескольких шагов, 5 очень важных вещей, которые, если соблюдать, то здоровье, оно всегда будет вместе с нами, никогда нас не покинет. Что же это за путь такой, за шаги? Первый шаг очень важный. Нужно напоить организм. Но напоить ничем попало, да? Не заливая в аквариум кисель, чай, кофе и еще что мы любим, а напоить организм правильной биодоступной водой. Что это такое биодоступная вода? Она должна... Эта вода должна быть с определенными показателями. Первый показатель – это структура воды. Она должна нести правильную информацию, да, чтобы, скажем так, так как мы с вами на 80% состоим из воды, мы с вами благодаря правильной воде и правильной структуре будем точно так же структурироваться. Да? Следующий показатель – это поверхностное натяжение. Вода должна иметь возможность иметь такое качество, чтобы пройти через мембрану клетки, принести сюда кислород, питательные вещества и вынести из клетки продукты распада. Вот это поверхностное натяжение должно быть у правильной живой воды. Следующий показатель – это минерализация. В продукте Курумай, благодаря которому вода и приобретает все эти важные показатели, 69 микроэлементов биодоступных для организма. Следующий важный показатель – это восстановительный потенциал. Вода, которая имеет показатель отрицательный, нас восстанавливает. После всех тех жизненных, скажем так, процессов, которые с нами происходят, все, что мы с вами делаем, дышим, кушаем, двигаемся, думаем, работаем, любим друг друга, да, это все процессы окисления. И чтобы восстановиться, нам нужна вода, которая имеет отрицательный показатель. Наши внутренние среды заряжены от минус 70 милливольт. Нам нужно пить воду, которая хотя бы минимальному этому показателю соответствует. И последний важный показатель – это кислотно-щелочной потенциал наших внутренних сред. В 1932 году Товарбург доказал, получил за это Нобелевскую премию, что при уровне PH 7,5 раковые клетки, паразиты не развиваются. Поэтому очень важно соблюдать этот внутренний баланс организма. 7,5 слабощелочной показатель. И когда в наш организм поступает такая вода, все процессы в организме происходят легко. Все, что нам необходимо для жизни и активности, мы получаем. И все, что нам необходимо, нас благополучно покидает. И тогда мы с вами переходим к следующему шагу. Нам нужно очистить организм. Очистить тоже есть от чего. Да? Каждый день мы сталкиваемся с агрессией вирусов, грибов, паразитов, да, и других простейших. И они жили миллионы лет до нас, живут сейчас и будут жить. И все мы с вами знаем, что вирусы мутируют. Да? Сейчас у нас новое там веяние, да, свиной грипп. Даже уже бедный мультик про Винни-Пуха переделали. Поэтому очистить нужно кровь от этой агрессии. Почистить нужно кишечник, потому что в кишечнике у нас усваиваются все питательные вещества вместе с водой, и в кишечнике у нас формируется иммунитет. И почистить в организме нужно лимфу. Лимфа – это наша канализация. То, как мы с вами пахнем, говорит о нашей загрязненности или чистоте. Поэтому контролируйте для себя как показатель, да, свой, как говорится, запах. Не маскируйте его дезодорантами и духами.
Следующий шаг – это накормить организм. Вот в принципе, когда мы думаем о питании организма, мы думаем о еде. Но та еда, которую мы кушаем, она вот в наших условиях не несет той пользы, которую должна нести. Мы с вами все знаем, что в магазинах сейчас уже питание консервированное, да? Фрукты, овощи, они все выращенные с помощью нитратов, с помощью неполезных вещей, да, и ничего, собственно, вкусного и полезного мы здесь не получаем. А наши клеточки необходимы питание. И тоже качественное, чтобы правильно строиться каждой клеточке. И благодаря вот этому клеточному питанию наша клетка может регенерировать. Этот закон мы все с вами знаем. Только от здоровой клетки рождается здоровая клеточка. И чтобы она рождалась здоровой, ей необходимо питание. Нашей клетке нужно 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты. Вот это нужно клетке каждый должен день. Да, чтобы она не печалилась, не болела, не задыхалась. И следующий шаг, который нам необходимо соблюдать, это защищать. Защитить организм. Как вы думаете, вот проделав уже такие три шага, очень важные для организма, следует этим заниматься? Как-то поберечь хочется, правда? То, чем уже, скажем так, чему уделил время, чем владеешь, да, чем пользуешься, да, потому что, в принципе, вот все наши краски жизни, они зависят от того, да, что мы дали своему организму. Так вот, защитить необходимо. От чего же защищать? Ну, во-первых, от тех же, да, друзей. АБВГД, делать профилактические программы. И два раза в год, да, но в зависимости от того, если мы чаще куда-то еще не ездим, да, где эта агрессия более активна. От чего защищать? У нас с вами очень сильно выражена агрессия бытовой химии. Да? Мы с вами убираем дом, и бытовая химия несет серьезную агрессию. От чего еще защитить? Мы окружили себя бытовой техникой, да, облегчили себе жизнь, но вся эта бытовая техника тоже агрессивно влияет на наше здоровье. И электромагнитное излучение. Но еще мы с вами живем в очень стрессовой ситуации. Да, мы живем в экологически сложной, скажем так, климате, в экологически непростом. У нас промышленный город, и нам очень важно получать антиоксидантную защиту. Антиоксиданты. И вот в нашей компании это все очень мощно представлено. Мы можем свое здоровье защитить по всем показателям, да, вплоть даже до энергетической защиты. Вот. Поэтому нам остался еще один шаг, который позволит нашему здоровью стать более активным. Это движение. Почему этот шаг очень важен? Ну, потому что без движения ничего полезного нам никуда не поступит. Да? Все работает с дыханием, о котором мы с вами не думаем. Да? Вдох, что-то происходит, выдох. Но процессы пошли, мы с вами встали, да? И двигаемся. Вот точно так же с дыханием, с движением у нас идут процессы очищения, у нас идут процессы питания, кровотоком в кости, да, и в суставы идет питание, которое им необходимо. Если мы с вами покушали даже вот этого всего полезного, но легли на диванчик, ничего не делаем, ничего никуда не поступит. Поэтому, соблюдая эти 5 шагов, каждый день в правильном режиме, с правильной периодичностью мы с вами можем идти по жизни здоровыми и счастливыми. И сегодня мы вам расскажем о продуктах, которые дарит нам компания в этом месяце со скидкой 10-15%, и расскажем, в каком аспекте нашей концепции здоровья вы можете пользоваться этим продуктом. И сейчас, в продолжение нашей встречи, я приглашаю сюда
Татьяну Шаманюк, которая расскажет вам о новом удивительном продукте для восстановления сустава и молодости. Встречайте! Добрый день! О том, что у меня сегодня такая радость, и я должна как бы поделиться пилоном, я узнала утром. Но меня это нисколько не смутило. По одной простой причине. Потому что биалурон я сама пила, пили его мои близкие, пили его мои друзья. И поэтому всегда хочется поделиться тем, что уже испробовано. Не теоретически, а практически. Но начну я с тех слов, которыми закончила Катя. Движение – это жизнь. Какой наша компания занимается тем, что помогает нам не просто продлить годы жизни, а продлить годы жизни качественно, в настроении, в энергии, чтобы проснуться и ничего не болело, то, конечно же, вопрос движения, он очень важен. Ну, хочу вот обратиться ко всем. Скажите, у вас есть в окружении такие люди, которые говорят, ой, там суставы ноют, ой, там не могу с утра, пока расхожусь, да, вот это. И получается, что ой, тут затекло. И вот качество жизни без легкого движения, ну, да, это я так плавно подвожу, где же выход? И что же делать? Откуда такие состояния? Ну вот давайте так сильно не умничая, а как вот мы обычно говорим, что происходит? Вот когда начинает болеть у нас что-то, и мы не можем двигаться. Ну как обычно люди что говорят? Чего-то не хватает, там трещит, там стерлось, да, там, наверное, уже с возрастом поизносилось. А что является у нас в организме как бы остовом, на котором все держится? Позвоночник. И очень часто сегодня мы слышим о том, что позвоночник не справляется. У кого грыжа? У кого защемление где-то там, правильно? Всегда хочется понять, а что же делать, что же мы можем сделать для себя, чтобы этого избежать. И вы знаете, конечно, в мире есть способы, как с этим справляться. Вопрос просто в эффективности, в стоимости, когда это надо сделать, правда? И вот очень долго в компании ждали, наверное, вот такой продукт, который, поскольку очень много специалистов, кто занимается костно-мышечной системой внутри компании, остеопатов, да, то ждали какой-то продукт, который бы комплексно воздействовал. И вот его я держу в руках. И он называется биалурон. Гиалурон хондроитиновый комплекс. Гиалурон хондроитиновый. В чем его уникальность? Это разработка немецких ученых. Я уже в глубину там не буду рассказывать, это можно все посмотреть через лекции. Я коротко. Для того, чтобы и гиалурон, и хондроитин вместе вот так комплексно воздействовали, надо было сделать такую особую молекулярную формулу, потому что если мы это делаем не через инъекции, уколы, то проходя через наш желудок, через кислоту, да, расщепляется и все, и действует уже. Поэтому мы чаще слышим о чем? Вот когда что-то болит, людям с больными суставами рекомендуют делать инъекции. Правильно, уколы, чтобы ввести это прям сразу в нужное место. Так вот, этим ученым удалось в этой лаборатории изобрести такую формулу, когда эти два комплекса, проходя, могут опять соединиться и оказывать полезное воздействие. И это потрясающе. Скажите, протрузия. Очень серьезная тема. Грыжи позвоночников и так далее. И вот эта бутылочка волшебная, а тут их два, они способны с этим справляться. И я это говорю абсолютно уверенно по одной простой причине. Видели вот Диана, которая вот, проводила концепцию здоровья, тут вот кто был, вот, спортсменка-то наша зона. Вот, она фитнес-инструктор, она спортсменка, здесь играла там в командах, ну, активная очень. Со школы занималась спортом, серьезно. И как у всех спортсменов, одна из проблем, которые может возникнуть, это грыжа позвоночника.
Как вы думаете, она что-нибудь делала до этого? Делала. Делала много чего. Но потом уже, когда пришла вторая лопух, начала пить воду, ну там, очистилась, она для себя взяла бедро. И вы знаете, это было не только ее удивление, но и мое. Поскольку по поводу грыж позвоночника очень много чего говорят, как сложно от этого избавиться. И когда она пропила, но она пропила две таких коробки, сразу хочу сказать, не одну, две, это четыре вот таких бутылки, то исследования ее показали, что она избавилась от этой серьезнейшей ситуации. Что происходит? У нас же все суставчики тут вот, они так покрыты. Подсказывайте мне, как это называется? Грязь. Вы все знаете. Грязь – это минеральная жидкость. Так вот, вот чтобы все это двигалось, чтобы это все было как каток, а не изрезано вот так вот какими-то рытвинами, как раз вот эта волшебная бутылочка, это такая тянучая, такая, знаете, похожая на жемчужину, жемчужного такого цвета жидкость, она позволяет организму начать вырабатывать собственную минеральную жидкость. Более того, имеет такое пролонгированное действие. То есть мы ее пропили, а действие не заканчивается. Организм продолжает ее вырабатывать, приводя в идеальное состояние. Вот все наши мельчайшие, у нас же какое количество, только на пальце. Посмотрите, чтобы он сгинался, сколько таких вот соединительных моментов у нас. Да? Это мы видим. А что мы не видим? Первый результат, который рассказала мне моя потребительница из Санкт-Петербурга, она пропила, я звоню, спрашиваю, Лена, ну как? Она говорит, ну не было статьи позвоночника. Она говорит, ты знаешь, вот единственное, что тебе могу сказать, такое ощущение, вот помнишь, говорит, у нас были у наших мам машинки, которые смазывали такими маслом, таким пипеткой. Вот ее смажешь, и она хорошо начинает как бы идти. Ну, вроде и не ломалась, а вот идти начинает получше. Она говорит, такое ощущение, что каждый мой пальчик вот так вот смазан, у меня тут все двигается. И она говорит, как на шарнирах такая вся. Вот такое вот ощущение у нее было вот эмоциональное после одной бутылки. Но это еще не все. Мало того, что это вот изнутри вот так помогает организму вырабатывать вот это очень ценнейшее такое вот вещество, да, пролонгированное тем более действие. Гиалурон, волшебное слово. Сегодня мы видим, как очень ухоженные, следящие за собой дамы, что любят делать в салонах? Уколоть. Уколоть гиалуроновую кислоту. Зачем? Чтобы быть молодой и красивой. Чтобы быть молодой и красивой. Но только эти дамы, конечно, ну, это все замечательно, мы за. Но у нас гиалуроновая кислота является составной частью любого органа практически. Вот и гиалурон-хондроитиновый комплекс, если мы возьмем, для мышцы сердца нужен? Нужен. Любой мышце он нужен. Поэтому иногда бывает, что мы тут-то позаботились, а внутри сложновато бывает. Поэтому... Какая красотка скрипящая. Я хочу сказать, это правда. У меня недавно появилась такая потребительница, которая тут вся натянутая. Такая очень селфи. Такие правильные делает. А пришла потому, что там отстегивается, там болит. И все. Тут-то не скажешь, а внутри-то уже. Поэтому тут, конечно, вот этот баланс важен. Я хочу сказать, чтобы вот все наши мышцы были как можно... А мышцы, я имею в виду, ведь у нас все мышцы. Моргаем мышцы, сердце, мышцы, все мышцы. Оно были в норме. То есть мы, когда начинаем это пить, организм, как очень мудрый, вот тот самый микрокосм, о котором мы говорим, сразу там, где яма, он туда это все и направляет. Туда. И поэтому, когда человек пьет, у него начинается вот этот процесс, и чем он больше пьет или раньше по возрасту, то потом происходит такая удивительная штука. Внутри все напиталось, гиалуронка начинает вырабатываться, и уже от жизненно важных органов изнутри что происходит? Конечно, вот тут вот все омолаживается, натягивается,
разглаживается. И это происходит таким естественным образом. И это на фоне вот такого оздоравливания организма. И еще один эффект, помимо того, что наша мордочка лица становится просто красавичной. Гиалурон – это наше зрение. Поэтому, если мы хотим профилактировать всякие болезни, связанные с тем, что благо медицина развита, одни очки тут, другие очки тут, третьи очки вот тут висят, да? Ну, реально, ну как бы это, ну, так мы устроили, это жизнь, да? Но мы-то в коралловом клубе. Мы-то можем показать людям совершенно другие возможности. И это тоже вот эта бутылочка. И вы знаете, в этом месяце компания делает на этот комплекс скидку 10%. Чтобы понять, какой это подарок, это, наверное, надо понять, сколько стоит вот укол, когда уже все рухнет. И сколько по полезности несет одна эта... Вот это единственная цифра, готовясь к этой школе, которую я посмотрела, чтобы быть точной. Вот там есть медный стаканчик. И давайте так, вот те, кто еще... Ну, да, скажите, как вы думаете? Вот в одном медном стаканчике 3 инъекции, может быть, очень дорогостоящих, я скажу... 1005 у меня колола от мамочек, от моих потребителей. 5000, по-моему, одна инъекция. У меня колени сильные. Уже дороже. 25? Каждый укол 25 тысяч. Один укол 25. Ну, получается 50 тысяч. 50 тысяч на две коленки. Просто... И это вот как бы, знаете, там сколько надо? 8-20 микрограммов гиалуроновой кислоты. Вот такую цифру называют специалисты. И вот такая вот одна инъекция. 3 инъекции может быть? Ну вот в этом. Нет, может, наверное. Может. 6 может? Может? 9? Скажите уже. 10? 100? Фантастика, давайте быть реалистами. Так вот, в одном стаканчике 18 инъекций. 18 инъекций. Эту цифру, вот как раз душек, человек, который представлял вот для компании Биурон, это ну, немецкое производство, это серьезные исследования, такие лабораторные ученые. 18 инъекций в каждой баночке. В этом нет. И в этом месяце этот продукт мы можем позволить себе купить ну, просто со скидкой 10%. Поэтому, знаете, наверное, цена и ценность – это действительно разные вещи. И стоит это для себя просто развести понятие внутри, чтобы позволить себе вот эту вещь, эту потрясающую просто гиалурон. Я думаю, что ну, те, кто заботится о себе, он однозначно. Я вас поздравляю с тем, что вы в компании. Я рада за нас всех, что у нас есть возможность в этом месяце это все для себя купить. И ну, приглашаю всех тогда за покупками. Спасибо вам и да здравствует Беларусь. Я у моей одной знакомой, у мастера, есть человек, и у нее лежачий муж несколько лет подряд человек лежит. Представляете, да? И она говорит, ну, уже ничего не помогает, дам гиалурон, посмотрю, что там будет из этого. В общем, начала его поить гиалуроном. И стоит на кухне, чистит картошку. И знает, что в этой квартире есть он лежачий и она. Она чистит картошку, он заходит и начинает с ней разговаривать. Она как вот чистит, а так упала туда навзничь. Когда пришла в себя, он оказывает ей помощь. И вот можете себе представить, много лет человек лежит. Да? И вдруг он заходит и с ней разговаривает. Ну, правда, упадешь. Но самое главное, он еще и помощь ей оказал. Поэтому, потому что работает, однозначно работает. Испробовано на других людях и на себе тоже. Ну, это то, что к результату хотят. А вот еще результат, да, Галя, у вас? Да, у меня один хороший результат.
Вообще их несколько у меня. У меня один мужчина был, он спортсмен, и он, у него был аппарат Елизарова. Это знаете что? Это растяжение, это после операции растягиваются не спортсмены, они скалолазанием занимаются, у нас есть такая секция. И у него аппарат для растяжки этого. И он точно так же у меня пил вот этот билгурон. Сказал, результат колоссальный. Еще один мужчина перенес травму, он водитель, вот ездит в Хабаровск, Комсомольск, вот эти вот маршрутные огромные автобусы. Вот он перенес операцию после травмы, и он тоже пил билурон. Он сказал, да, вот даже меньше 5 месяцев, через 3 месяца у него был колоссальный результат. Он мне сказал, у меня ушли боли, мне стало легче. Вот теперь он собирается второй билурон купить. Вот я ему сказала про эту скидку 10%. Вот. Еще у меня женщина, она в Санкт-Петербурге. А они вместе с мужем пропили. Когда она приезжает сюда, у них огромный бизнес здесь, они приезжают 3 раза в год в Санкт-Петербург. И вот я ей сказала про билурон, она говорит, как у меня поясница болит, я не могу ничего делать. Она покупает билурон, начинает здесь его пить. Потом говорит, Галя, болит все. Я говорю, это правильно, это так и должно быть целую неделю. В течение недели может быть вот такая работа. Я ей звоню, она прилетела через 3 дня. Она уже прилетела в Санкт-Петербург. И она прилетает в Санкт-Петербург и говорит, Галя, мне ничего не болит. У меня внуки носятся. Я с ними, я говорю, Оля, ты мне скажи, как у тебя с лицом? Потому что я ей рассказала все. Она на 10 лет моложе меня, но у нее все в мелких морщинах. И она мне говорит, Галя, как надутый шарик. Это ее фраза была, я как надутый шарик. То есть у нее все это классненько разгладилось. Вот результат. Вот сейчас они приезжают, она говорит, мы приезжаем опять за билуроном. Скажите кому? В Санкт-Петербурге, без скидки. Она едет сюда и здесь закупается. Все, благодарю вас всех за результаты. На самом деле у нас их действительно очень много. Мы готовы с вами с ними поделиться. И еще о 2 продуктах, которые помогают нам. Вот продукт Билурон, он работает на несколько систем. Да? Но у нас есть продукты, которые помогают всему организму нормализовать работу. И сейчас об этих 2 новых продуктах. Один продукт совершенно новый, это Coral Taurine. И продукт, который, наверное, любит каждый потребитель клуба, это Coral Kale, вам расскажет встречать Оксана.